Команды разных возрастных групп получили задание за 1,5 часа придумать робота и задачу, которую он будет решать. В школе этому не учат. Инженерное знание эти пытливые ребята получали в кружках. Без домашних заготовок семиклассник Кирилл Попов и шестиклассник Андрей Файт в считанные минуты собрали робота-кладовщика. Но он должен стартовать, идти по линии вот, с помощью этого датчика. И потом, когда перед ним будет шлагбаум, он должен остановиться и подать сигнал. Когда шлагбаум услышит этот сигнал, он поднимется, и робот должен проехать дальше. Ребята создают здесь два разных типа роботов. В итоге они должны уметь взаимодействовать друг с другом. Тема нашего мероприятия – это логистические или складские, иначе говорю, роботы. Это реальные задачи, которые решают действительно вот такие промышленные роботы. Это перемещение по направляющим на складе, это распознавание груза, это учет товара и это транспортировка грузов. Фестиваль в формате «Робофест» проводится в пединституте уже 10 лет. В этом году появились новые компетенции – мобильная робототехника, 3D-моделирование, прототипирование и биотехнологии. В течение 2 дней школьники из Тобольска, Тобольского района, Увата и северных округов соревновались в формате WorldSkills. Минуя теорию, показывали знания на практике. Одно дело приехать просто рассказать о каком-то направлении, а другое дело, когда ребенок сам своими руками все это проделает и посмотрит, как это все внутри, чем он будет заниматься. Мне кажется, эффект профориентационный будет выше. Здесь любители биологии и химии вошли в роль лаборантов. Не столько вузовских, сколько производственных. Была задача, согласно инструкции, провести химическую реакцию с культурой дрожжей и в итоге получить йогурт и квас. Главное – это для того, чтобы понять, где потом может пригодиться знание биологии и химии. И вот на самом деле сейчас мало говорится о биотехнологии, это технологии будущего, потому что это здоровье человека, это питание человека. Ребята пообщались со сверстниками, оценили возможности свои и вуза. Для школьников такой фестиваль – это хорошая профессиональная проба. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.